Амаль 100% громадских мест у Гомеля обсталяваны камерами відэаназірання. И все ж таки колькость злачынства, учиненных у гэтых местах, у параўнанні с таким же леташним периодом, выросла прикладно на 80%. Какие меры треба принять для выправления ситуации, разважали на сегодняшнем посяжении гарвыканкама. Большее злачынство у громадских местах отбывается в вечерний час выходных дзён. По статистике их здесняют нецвярозые громадяне, які нигде не вучатся и не працуют. На первом месте крадяжи, их 60%. На другим хулиганстве 26%. Яны в большинстве связаны с пошкоджанием автотранспорту громадян. Колькость крадяжей в громадских местах у параўнанні с минулым годом выросла удвоя. Такая тенденция во всех районах Гомеля. В основном крадяжи отбываются на улицах, у крамах и объектах громадского харчавання. Частей злачынцы присвоивают чужие мобильные телефоны, велосипеды и гроши. Повелишение колькости таких фактов у тым ліку связано со изменением понятия присвоивания знойденной чужой маемости. Коли один человек рэш забыл, а другий знайшоў и взял себе, это уже крадеж. Зменшить колькость злачынства у громадских местах повинно повсюдное обсталявание их видеокамерами. Количество грабежей сокращено на 16% по сравнению с уровнем прошлого года. Количество разбоев сокращено на 13%. Что тычется тяжких злачынства, у забойства, у сгвалтованию, их колькость зменшилась. Снизилась так само лишь бы по выкраданиях автомобиля, у разбоях и грабежах.